Всем привет! Очередной подарок из Китая. Так это значит у нас кран распределительный для капельного орошения. Значит, кран выглядит вот таким образом. Значит, здесь у нас гайка на трубную резьбу. Значит, 3/4 и дюйм. Четыре крана. Каждый кран, значит, на свою грядку. То есть здесь можно независимо поливать каждую, значит, отдельную грядку. Значит, в зависимости от, значит, надобности по поливу. То есть это распределительный кран для капельного полива, который идет от бака или от водопровода. Значит, на 4 точки. На 4 грядки, можно так сказать. Очень удобное устройство. Ну, в общем-то, для теплицы, для капельного полива она пригодится. Спасибо за внимание.